Это общеобластной мозговой штурм. Очень важно, чтобы люди не просто читали стратегию, написанную кем-то, а чтобы они ее присвоили, стали соавторами, стали сопродюсерами этого процесса, участвовали активно, вовлекали своих близких, свое окружение, своих коллег, друзей и действительно предлагали самые разные идеи по развитию области. Власть для людей. Это очень просто. Это нацеленность на то, чтобы каждый день сделать жизнь человека лучше. И в каждой ситуации, когда приходит тебе письмо, ты относишься к нему не как к листу бумаги, а видишь за ним человека, видишь его боль, его эмоции, его потребности, а также таких же, похожих на него, с похожими запросами людей. И относишься к этому с эмпатией, действительно с желанием помочь. Очень важно как раз-таки обращение к конкретному человеку власти. Соответственно, я за развитие, системное развитие института семьи. Чтобы говорить о нашем будущем, нужно заняться настоящим. А настоящие родители требуют тщательного, что называется, внимания. Да? Институт родительства нужно поднимать. Тогда мы получим воспитанных, патриотичных, любящих свое место жизни детей, да, в будущем. Конечно, меня в первую очередь волнуют вопросы образования. Вопросы высшего образования, общего, дополнительного образования. И много здесь, да, на острие таких проблем есть. И вот эта сессия, безусловно, поможет и найти пути решения некоторых проблем, и спроектировать, да, как будут решаться эти проблемы.